Интересно, что лежит в этом мешке? Да. Сейчас мы будем щупать руками, вот мы конструкцию такую придумали. И ты должен отгадать, что это за предмет. Ты готов? Да. Так. Что это такое? А, это чтобы, ну, туфли заправлять, такая штука. Ну как? Я не знаю, как она называется. Вот так? Ложка. Ложка. Она называется ложка для обуви. Лила, смотри, что это такое. Краски. Правильно, краски. Сёма, где ты? Палка. Деревянная палочка, правильно. Теперь я. Так, а Венерчик? Трогай, смотри, что это такое. Это бумага. Что за бумага? Что это? Правильно. Акибатовый деревяшка. Как называется? Это... Открывашка. Открывашка. София? София? Венер! Где твое лицо? Что это такое? Венер! Это мы с Марией покупали, это щетка. Такая, чтобы туда яйца и так вот... Смазывать. Да, смазывать булочкой с матом. Молодец! Молодец! Ты знаешь, что это такое? Что это такое? Это... Не теннисная ракетка. А, теннисная ракетка. Да, правильно. Будь моя. Сёма, щупай, я положила. Давай. Это мочалка. Нет. Нет, это... Железная. Железочка, чтобы мыть посуду. Трогай. Это... Что это такое? Таблетки там. Нет, не таблетки. Это... Что это? Я знаю, что это. Ну? Коробка. Коробка, правильно. Что в коробке? Что в коробке? Мочалка какая-то. Нет, не мочалка. А, там... Чтобы... Нет, это не духи. Не духи. Что это, Авенир? Дай посмотрю. А, что это такое? Можно посмотреть? Нет, нельзя посмотреть. Отгадывай. А это в коробке что-то лежит? Что в коробке? Сейчас. Там. Пиво! Смотри, что это такое? Натан! Фонарик! Фонарик, молодец! Такое, трогай. Аквач? София, говори. София, ты где? Это термос.